Всем привет! Ну, наконец-то доделал я шпалера под огурцы. Кто смотрит мои видео, видали, когда я их сварил. Вот, ну, пришло время, покрасил их и натянул уже сетку. Вот такая вот сеточка, зелененькая, красивая. Ну, пока посадил на хомуты. Вот. Но надо будет все равно еще прикрутить для надежности на проволочку. У меня есть вязальная проволока. Посадим. Так все-таки покрепче будет. Как не то, хомутики ультрафиолеты побаиваются. Вот, а проволоки ничего не будет. Ну и крепость будет, соответственно, получше. Вот такие вот шпалера. Складные, переносные. Куда угодно можно поставить.